такая красивая бухта приключений. На помощь! Помогите! Помогите! Лилу, что случилось? Мэр Гудвей, наша кошечка Присцилла застряла на крыше. Сейчас должна подлететь Скай и нам помочь ее снять. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Скай, погоди, отлетай от нее. Она может упасть, она боится этого шума. Что же делать? Я вызываю маршала. Опускаюсь. Успокойтесь, мэр Гудвей, прошу сдать вас назад, потому что моей машине нужно место. Сейчас, Присцилла, не беспокойся, я уже настоящий профессионал. Я уже столько раз тебя снимал, иди сюда, моя хорошая. Я так переживаю, маршал, аккуратней, смотри, пожалуйста, под ноги, вернее, под лапки свои. Молодец. Не переживай, Лилу, маршал действительно настоящий профессионал. Он уже спасал Присциллу не один раз. И сильно не нахваливайте меня, а то я упаду. Вы же знаете, я неуклюжий. Ой, Присцилла, держись. Маршал, ты как всегда, но самое главное, ты спас Присциллу, молодец. Так, Цыпалета, небезопасно, но к передним сиденьям. Вот видишь, я же говорила, ты упала. Быстренько назад, быстренько на заднее сиденье. Молодец, Цыпалетушка, ты уже сидишь на месте. Так, что это за запах гари? Какой гари? Ой, это же повидло, это яблочное повидло сгорело, что теперь будет? Где пожар? Какой пожар? Что нужно тушить? Да вовсе никакой не пожар. Я видела, это сказала Лилу. Да, это Лилу. Она варила яблочное варенье, и оно, получается, у нее подгорело. Очень жаль. Мне очень жаль, но мое варенье сгорело. У меня скоро день рождения. Должны прийти гости. Чем я их буду угощать? Не беда, Лилу. Сейчас мы съездим на ферму. У фермера Элла очень много яблок. Мы приготовим новое варенье. Не беспокойся. В этом году мы столько яблок использовали. Я надеюсь, у фермера Элла остались еще. Привет, девчонки! Райдер, а что это у тебя за девчачья машина? Ничего не девчачья, тут есть суперсекрет. Да, секрет в том, что это подарок для Лилу. Это мне подарок, настоящая машина. Я так мечтала! Петти, смотри, какая радость! О, Лилу, я так рада за тебя! А можно я на этой машине съезжу на ферму и привезу яблоки? Конечно, именно для этого я тебе и дарил эту машину, чтобы ты ездила по своим делам. Где тебе нужно? Это замечательная идея, потому что мне еще очень много дел надо сделать к приходу гостей. Но я не могу отпустить Лилу одну. Кэти, не беспокойся, я могу Лилу сопроводить до фермы. Она поедет на электрокаре, а я полечу на вертолете. Тем более я в эту машину установил GPS-датчики, и эта машина не собьется с курса. Так что ты, Кэти, можешь не беспокоиться за свою младшую сестренку. Ну что, Лилу, поехали! Поехали! Счастливо, сестренка! О, привет, Скай и Лилу! С чем пожаловали ко мне? Фермер Эл, у вас есть яблочки? Мне нужны яблоки! Яблоки? Ну вы же все яблоки уже использовали. У вас за это время в бухте приключений прошло столько фестивалей, что яблок у меня не осталось. Ну, в таком случае, может быть, у вас есть какие-нибудь ягоды или фрукты? Нет, ничего у меня нет. Ни фруктов, ни ягод. Все сладкое закончилось. Могу предложить чеснок. О, что же делать? Нет, чеснок мне точно не подойдет. Ну, а если баклажанчики? Смотри, какие хорошие. Нет, фермер Эл, я знаю, что делать. Мы отправимся к мистеру Портеру. У него наверняка остался джем или варенье с прошлого года.
Ну, я единственное, что из сладкого еще могу предложить: морковку и сладкий болгарский перец. Ну, я не знаю насчет перца, но морковку я возьму, пускай будет. Можно с Кэти испечь морковный пирог. Ладно, Скай, поехали к мистеру Портеру. Счастливого пути! Ой, я как раз сейчас проезжаю возле своего дома, нужно будет выгрузить морковку. Ой-ой-ой, Цыпалета, какое ты огромное яичко снесла! Ну ладно, ладно, я тебе подыграла. Я знаю, что это яичко — это подарок Лилу на день рождения. Это киндер-сюрприз Hello Kitty. Писк сезона, Лилу оценит наш креатив. Давай, загружай его в машину. Цыпалетушка, ты на заднем сиденье правила не нарушаешь? Ну ладно, все, поехали. Яйцо мы закрепили, трогай. А перед тем, как свернуть в этот крутой поворот, я заеду на этот прекрасный зимописный мостик и посмотрю на красивую гладь озера. Здесь так замечательно. Ну вот, посмотрела. Теперь поехал дальше. Время не ждет, надо спешить. Ой, начинается пасмурная погода. Туча закрыла солнышко. Нужно спешить, а то сейчас пойдет ливень, и я вся промокну. Мистер Портер, кто-нибудь выйдите ко мне. Кто меня зовет? А, привет, Алекс, это я зову мистера Портера. А мистера Портера сейчас нет, я за него. Что вам нужно? Алекс, может быть, ты нам поможешь? Нам нужно яблочное повидло или какое-нибудь сладкое варенье. У меня есть это все, конечно же, я вам вынесу. Запасы мистера Портера поражают, у него аж 2-летней давности закатки есть. 2-летней давности? Ну, мистер Портер делает настоящие запасы. Но надо посмотреть на сроки годности, потому что я слышала, просроченные продукты есть нельзя и даже опасно. О, Зума, смотри, надвигается туча. Солнце отворачивается и тебя прикрыло пасмурной погодой. Что же это такое? И мой GPS-навигатор немножко дает сбои. Я боюсь, мы не вернемся вовремя и не попадем к Лилу на день рождения. Не беспокойтесь, капитан Палтус. Я думаю, что о нас позаботится и обязательно оставит кусочек тортика. Вот вам хорошее ананасовое варенье. Но у нас все варенье свежее. 2 года — это самое давнее. Я вам даю всего лишь полугодичной давности. Отлично, праздник удастся. Давай, Лилу, грузи варенье в машину и поехали, а то Кэти тебя уже заждалась. Ой, я так рада. Спасибо, Алекс. Счастливо, приходи ко мне на день рождения. Хорошо, приду. Пока! Пока! Лилу, ты такая молодец, ты замечательно справилась. И, конечно же, отдельная благодарность Алексу. Да, спасибо, я рад стараться, тем более такое замечательное день рождения. Ну, а тебе, Лилу, конечно же, мы испекли праздничный торт. Ух ты, какой он красивый, самый лучший торт в моей жизни. А от меня, Лилу, тебе цветы, вот такие вот красивые. Какие замечательные, я так люблю ромашки, спасибо, Райдер, тебе да, большое. Вот ну, а моя Цыпалета снесла тебе в подарок яичко. Ух ты, яичко, ого, какое огромное яичко, оно же больше, чем сама Цыпалета. Лилу, это такая шутка. Это яйцо необычное. Оно шоколадное. Неужели? Шоколадное яйцо? Сейчас посмотрим, что же там внутри. Гляньте-ка, какой подарок. Это котенок, игрушечка-котенок. Смотрите-ка все, какая красивая. А это какая-то подставка. Сейчас мы посмотрим на плечко. Это олененок. Здорово, это будет не настоящая красивая игрушка. Спасибо большое вам.
Вот видишь, Лилу, этот олененок и Hello Kitty устроят тебе настоящее представление. Ух ты, здорово! Я хочу сесть и посмотреть его целиком. Ня-ня-ня, маленький олененок, пойдем я